Привет, сделаем мухоловку. Вот из таких бутылочек. Вот такие бутылочки. Сперва надо нарезать то, что нам надо. Так, значит, вот здесь вот обрезаем. Эта часть нам нужна будет. А с этой бутылки другая часть надо будет. Ну что, начинаем резать. Ловит она все, и мух, иногда даже бабочки заползают в эту мухоловку. Ставлю ее на улице, возле скамейки, где обычно сижу на улице, отдыхаю. Где-то 10 штук вокруг меня стоит, туда попадаются и мухи, и слепни, все подряд. Даже если вот к дереву прислоните, и туда будут муравьи заползать, интересоваться, и оттуда уже не вылазят. Так, теперь вот эту бутылочку, нам нужна вот почти вся бутылочка. Вот такие две части. Так, это убираем в сторонку пока. Это мне не надо. Тут я еще подрежу. Вот так вот. Теперь вставляем. Так, закрываем вот эту часть. А это сюда. Тут немножко надо подрезать, чтобы хорошо входило. Ну, совсем чуть-чуть. С четырех сторон. Вот так получается. Здесь муха заползает. Тут наливается жидкость сладкая или вода вместе с печенкой, там можно и дрожжи насыпать. Но все, что привлекает мух. Так, ну что дальше? Значит, берем проволочку, вот такая проволочка. Сделаем вот дырочку. Это чтобы повесить на какую-нибудь веточку или на гвоздик, чтобы висело. Так, дырочка готова. Надо сразу проволочку засовывать, иначе меняется расположение. И потом уже в эти дырки, которые сделал, не попадешь. Лучше сразу сделать это. Хоп. Так, зажал. Вот так вот получилось. Еще одну дырочку. Тяжело, шило потерял, приходится напильником дырявить. Так, запускаем туда же проволочку. Закрепляем. Так, ну надо еще с двух сторон, потому что вот это вот штучка, она болтается в разные стороны. Она должна быть посередине приблизительно. Еще две дырочки надо сделать и закрепить. Так. Тяжело, тяжело без шила. Ну, найду. Без шила. Вот. Опять вот так вот делаем. Опа. И еще одна дырочка у нас впереди. Так, продырявил. Хорошо. Туда же вставляем и так же делаем. Закрепляем. Вот.
поймал здесь. Пальцами загнуть не могу. Приходится хитрить. Так, ну вроде бы все. Ну вот, она внутри не болтается. Вообще не болтается внутри. И вот это вот на веточку вешаем. Значит, ловит она мух, комаров, бабочек, все, что залетит. Даже пчелы иногда залетают. Ну, пчелы умные, они, пчелы как-то умудряются выползать иногда. Но не все такие умные. И вот в августе, когда слепни пойдут, лучше сюда бросать, ну, как наливать водичку и бросить кусочек печени. Ну, или кусочек мяса какого-нибудь красного, там, допустим, говядины бросить, да? И вот она висит, сюда вот они залетают и оттуда уже не выбираются. Это, то есть вы увидите, через неделю тут будет очень-очень много всяких букашек, мушек будет много. Ну и как сливать? Вот специальная пробка. Это улучшенный вариант, как мухоловки, да? Раньше я делал другие с донышком. Вот как бы это, в это донышко ложилось. А потом вытряхивать надо было постоянно. Все это раскручивать. А теперь ничего раскручивать не надо. Открываем пробку, вот она висит на ветке, да, открываем пробку. Все это сливается, если надо, там можете ножиком, ножиком поковыряться, оно все выпадет. Там будет очень много мух, они сразу не выпадут. Бывают такие ситуации. Так, и сюда заливается, да, все, что хотите, заливаете там. Или сладкое, или мясное, что-то такое. Пахучее, которое привлекает мух. Ну вот и все. Если 10 штук будет, ну, допустим, возле стола на улице стоять, да, где-то 10 штук таких рядом будет висеть, ну, просто мух будет очень мало, очень мало. Они все будут вот здесь вот внутри. А сливать по необходимости. Наполнилось там мух много, видите, и долго, допустим, стоит неделю, уже висит, да. Лучше слить и заменить новенькое, чтобы там уже новенькое было. Это все. Это самый лучший вариант ловли мух. Даже дома можно повесить, и они все равно будут сюда попадать. Это все. Пока.